Так, вот он и видос на Сайлоса. Да, ну это будет просто игра, но ну, вернее я могу, конечно, ладно, разберу умения, ребятки. Будет гайд, будет гайд. В общем, пассивка после применения умения, мы получаем стак, ну, заряженные усиленные автухи. Можно максимум 3 стака накопить. Кьюшечка мы кидаем две цепи в точке пересечения, вообще все жестко, и потом взрыв такой в точке, ну, вот в этой области. Вешечка это наш отхил. Плюс урон, типа, если мало у врага ХП, больше урона, если у нас мало ХП, то больше отхил. Ешечка, это как бы мобильность и стан. Вот первое применение мобильность, второе применение стан. Ну вот сейчас покажу. Вот так вот примерно это делается. Вот. Ну нам тоже неплохо отвечает, поэтому, в принципе, почему бы и нет. Вот, ультимейт мы воруем ульту. Любую ульту, да, блин. Самое простое описание, блин. А? Которое только может быть. Ой, блин, больно. Блин, неужели он такой хороший? Больноватенько. Но с другой стороны, у нас ТП есть, поэтому, в принципе, почему бы и нет. Да, но в любом случае больноватенько. Можно даже бегнуться из ТП-шки. Ну или ладно, не, или запушить, если что. Не особо по принятию решения тут, конечно. О, она еще и пушит, прикольно, да. Помогает, так сказать, Сайлосу. В скобочках нет. Блин, даже не знаю, что собирать. Что-нибудь, окей, ранний будет, ранний буст. С таким предметом мы точно будем выигрывать дуэли. О, хорошо, лисы. Давай. Блин, прям вообще вот пойла. О, блин. Надеюсь, он не сдохнет сейчас. Так, и понятно, через что идти. Наверное, через вешку все-таки. Ой-ой-ой. О, неплохо его мобы присадили. Вообще хорошо. Блин, а он еще без этого. Запушили и побежали. По манке все равно проседаю неприятно. Понял, понял. Так, Лилия сейчас бегнется, да? Блин, и он, у него при... О, неприятно очень. Типа что? Это типа фриз, не фриз или что?
пусть пушит. Блин, непонятно вообще чуть-чуть по тактике у Йона, конечно. То есть вообще непонятно. Он и не, ну, типа, не добивает кьюшкой мобов, и не это, чего, кого. Ну, с другой стороны, там манны нету, это прям вообще забей. Ну все равно, ну блин, Йона имба, конечно. Ну блин, мне нужен бэк, типа. А, ну почему он туда? Ну, блин, да, ну тут соло клуб. Хотя ладно, это вообще норм, поэтому. Как бы жаловаться на что-то, это бред. О, ладно, все, убегаю. Ну, я не знаю, типа, я висин троллит. Забей, я бэкнуться не могу. Ну блин, либо надо было бэкнуться, я не знаю. Сейчас у меня ульта откадешься, не знаю, его забирать надо, по идее. О, неплохой рунчик. О, ну да, я ничего не добываю. Фу, хорошо. Так, что собирать вообще? Эту фигнюшечку. Ну да, манка прямо очень хорошо зайдет нам. Он так и не бэкался. Непонятный Йона. В итоге я... Блин, в итоге я даже особо ничего не пропущу. Лол. Блин, тупо лол. Не надо! О, это жесть. Лисим, конечно. Ну да, сейчас еще норм пачек скопится, вообще будет по кайфу трейдиться. Но у него там, блин, уже неплохой предмет. Да? А, не, он ботинки тарит. Ой, блин, у него ж нельзя это взять, ай. Я бы и без лисина забрал. Я, блин, я забыл, что там еще такой кулдаун есть ультимейта. Ну, типа, именно насворовать. Что-то. Не, ну я типа помнил, но как-то, блин. Блин, ну, можно было и потыкать таверку, и тогда зачем-нибудь нормальным бэкнуться. Хотя тут тоже нормально, типа. Жонька. Блин! Блин, я не могу посмотреть. А, ну да, но это и так было видно, что типа в принципе не сломало. Очень плохо. Очень плохо. Вроде неплохо задавил его. Ну да, блин, я достаточно хорошо по таверке бью, что я тогда зря не стал. Че, он сам справится?
Так. Непонятно, непонятно. Ладно, надо сюда, наверное, давай, что-то я туда не хочу в пачке. Хотя у него особо вообще ничего нет, что-то можно было подраться. Ну, в принципе, я этот сегодня кормлю, поэтому. Поэтому, окей. А, все, тилт. Ну ладно. Так, чупа закупу. Ну, вы, в принципе, все сами видели, да? В принципе, все сами видели. Он забирает голову. Ладно, больше вреда, чем пользы для ряда один мух и все остальное как бы такое. Все остальное, в принципе, такое. Так, блин, надо крабиса забрать и бегнуться. Блин, или можно, ну, можно еще на борт там сходить. Будет. Не-не, борт не тупой. Так, блин, не скоро еще смогу стырить, конечно. Так, и чё? Чё, как? Как вообще применять эту ульту? Типа я буду скиллами стакать или чё? Я применять ульту Лилии собираюсь вообще. Ульта Йота, конечно, самая прикольная, блин, и мобильность, и урон. Блин, неужели реально эту фигню тарить? Леандрий, почему бы и нет? То есть, камон. Почему бы и нет? Блин, и все не так хорошо, на самом деле. Типа, с ботом все плохо. Что-то поначалу было все намного лучше, чем сейчас. А, блин, кулдаун ульты, типа, после того, как я ее не применил, ну ладно. Блин, а этот еще попасть. А, он типа на дракона, он из-за секьюрити. Ну да, блин, реально, первый дракон на 15-й минуте, блин, это забил. Ну да, завоеватель, наверное, так себе сочетается, это Леандр, я не знаю. Хотя, с другой стороны, у Сайлоса пипец проблемы с манной, это, блин, вообще жиза дикая. Блин. Да, вот так вот его попать, это, блин, норм тема. Неплохо сыграно. Ну да. Так.
Блин, не знаю, бежать. Ну, вроде все хорошо, типа, у Доттера, это, не знаю, вот. Типа, через две линии, а не через три заканчиваются. Хотя, ладно, все равно это... Там такое себе из реали бэкается, поэтому... Почему бы и нет, блин. Бля, ну ладно, они там разваливают кабину в итоге. Ну ладно, у меня ТП есть. Но оно ни к чему. Ой, блин. Ну ладно. Ну это так всегда, блин. Смотришь на этого бэкающегося из реально. А в итоге, блин, про... в файте не участвуешь. Да, ну пипец по мане, блин. Если б я собрал бы какой-нибудь творец разломов, блин. А он вроде как неплохо напрашивается с завоевателем. Да ну тут танков особо не особо, поэтому как бы... Блин, куда ТП давать? Ребята! Ребята! Ладно, пойду лучше блю заберу. Чтоб не было проблем с мамой. Зажим? О, блин, срань господи. Ну ладно. Дальше что они все, блин, сюда сместились. Но я, в принципе, единственный, кто светился, поэтому... Это логично. Так, что там по МСЕК? У меня как бы ульта есть. Ребятки. Я Владик. Мне 16. Купите, блин. Давай! Давай, лиси! Да, но отхил все равно бэшеный, конечно, даже без сустейн предметов, это слэшечка. Так, надо сейчас кого-нибудь ульту им было бы стырить. Ой, да ладно. Тут не убили Тристана. Ну, я не заберу телегу, но... В принципе, неплохо. Ой, что-то мобы... Ой... Мракобисы, мракобисы. Кто, ребятки?
Ну это реально рофил какой-то, блин. Чё, к чему? Просто бежать и бить их. Просто бежать и бить. Уже даже по одной линии можно с таким преимуществом, блин. А. Он сейчас реально рапторов выхармит, блин. Ну ладно. О, да, блин. Ну прикольный стай, вас еще могу сказать. В принципе, это и так понятно, типа неплохие ультимейты у пацанов. Ну вот Иона, как бы я своруем, разваливаем кабины. Вот, ну я тоже пофармлю, ребят. Я тоже пофармлю, блин. Такой бред. А, ну почему не по миду в пятером, ребятки? Почему? Почему? Ну да, но он у меня стилит. Он всех крипов, которых можно было застилить, он застилил. Блин, почему меня не засчитали? Ребята, можно помочь? Что это? Что это? Что это, блин? Я вообще... Чего? Они просто тут должны были стоять и бить. Что это вообще? Что это? Ой, блин, что это, блин? Ну ладно, в принципе, там же Йона такой же, поэтому я, в принципе, это и выиграл ту линию, блин. Реально, первый раз на Сайлосе. Ну, не первый, но за долгое время первый. Может, всего игр 5 есть на нем за все время. Но это вот, ну что вот это? Ой, блин, ладно. Да, блин, как говорит Шира, мне выгодно, чтобы вы были стрёмные. Тогда на фоне вас выходить классно. Изи, изи, real talk. Think about. Ну, теперь надо и бот тоже давить, типа. Отдали преимущество, вообще все, отдали всю позицию, там, и лейт чампы уже закупились, ну, вот, своими предметами, как бы, не, это забей. Надо, блин, перестраивать игру, что-то это реально нормал. Вообще никто не собирается ничего колить, все просто стоят за спинами у всех. Ну да, да, да. Нулина, блин, животное. О, блин. Ну да, вначале стоять сзади. Да, да, да. Что даун, то есть это выгодно. Блин, но стайки не получил, это печально. Блин, у них сейчас дофига от хила, то есть, да, надо, надо. Надо, надо. Ну ладно, что, будет такая лайтовая игра, как благодаря там Изреалю, Люксе, как бы. Это забей, блин. Ну я не смотрел, что по Элу вообще у кого, поэтому... Может быть повезло и реально кинуло там Конли Сильвером, хотя я в этом сомневаюсь. Вот, поэтому... Такое... А, три дракона, ну да, неплохо, в нормале там еще там 10-0 что-то было, ну или что-то такое, там 10-11-3, 12-3, что-то, блин, вообще, что-то дикое. Вот, и типа тут через драконов играем, ребят. Ну ладно. Ну да, что ульту у нее тырить, а я вообще хз, как я ее буду трогать. Может она нормально вообще от всех скиллов прокает, но не знаю.
О, нашел. Ой, блин, зря я подселился, хотя... А что не зря? Хотя надо было у Сараки, наверное, перед этим. Ну ладно, я тут сам зафейлил, но беру на Шора и иду фармить волков, это уже тоже вообще какой-то рофл, ребятки, это рофл. То есть они бы все были на фул хп, там реально сгрупятся и все, то есть вот. Просто на мид сразу же. Короче, я тоже сейчас реально проиграю. Надо играть нелогично, надо реально просто за Эзреалем встать и потом какой-нибудь имбовый плей сделать. Потому что тут выбивать с челиков типа скилла это бред, потому что ну, никто этим не воспользуется. Это же гайд, поэтому надо что-нибудь еще рассказывать. Да хотя до этого момента, наверное, никто уже не дойдет особо, поэтому. А те, кто дойдет, ему так норм. И так скиллы побежали. Ну вот, да. Вот об этом я и говорю, блин. Ты всегда за спиной стоишь. Ну почему? Это забей. Я не знаю. Он вообще не пытается даже скиллами бить. Он просто вот стоял и ждал, пока я вообще там, я не знаю, уже сдохну. И тогда он только там ешечку свою нажал. Ладно. Ну, вы типа понимаете, да? Там геймплей все дела. Да, что ешь. Ну, все это дает стаки. Два даже, два этих стака ешечки, блин, поэтому. Все по кайфу. Да, ну, это, то есть, логично играть, типа, поэтому вот такая стрёмная КДАха. Ну, фарм зато, блин, топ-1 по фарму. Ну, это точно какие-то сильверы, блин. Не, блин, ну, лига, конечно, вообще дикая. Вот, вместо того, чтобы реально поддержать меня, он вот это типа. Ну ладно, блин. Блин, ну начало было неплохое, типа, прям. Ну я был сконцентрирован, а сейчас я типа. Ну я просто не знаю, что делать. Типа. Бот изначально расфиженный, типа. Да. Но как бы просто бегать и выиграть игру, но это не вариант, девчонок. Типа, я вообще не понимаю. То есть вообще никаких мувов, тут, я не знаю, даже Сильвер должен все понимать прекрасно. Что если мы ведем, мы бежим и бежим. По двум лайнам, типа, и все. Окей. Ну я не знаю, я не могу ничего рассказывать, типа так. Ну, поддержите меня, ребятки, ну, пожалуйста, я вас прошу, ну, слава богу. Да нифига меня не поддержали, они реально опять стоят вот здесь, вот просто, вот здесь, вот он просто кьюшками бьет. Блин, ну, в принципе, да, окей, это дракон, поэтому это гейм, наверное. Если Лисин засилит, конечно.
попал. Ну, а, как говорится, объекты, какие объекты? Кстати, реально, типа, где лесной Сайлос, а у него отхила нету по монстрам. Окей. Ну, нам нужен наш фор. Ребятки. Не знаю, гоню. Собрать. Да, эти из реалии, это, конечно, забей. Ай, блин, не успел вышку. Ну, типа, я не знаю. Они реально вот, вышла, зашла такая, окей. Блин, просто, я не знаю, Лисин что-то делает, а все остальные, блин, просто. Ну, сиет из-за имбы. Вот, а все остальные вот просто какие-то мувы на уровне реально там железом. Нам опять ингип сломали или что? Что-то я не вразумил это. Да уже немного поздно. Хотя ладно, Лилия ультанула, сейчас она будет с этим развлекаться. Но в итоге Люкса сейчас заедет. О, это я вспомнил. Ну, мы бьем на шоры или... Считаю, что это неплохо, но... Фу. А, у него ТП. О, неплохие мувы от Лисина, мне нравится. Плохие мувы от меня, мне нравится. Ну все, всем спасибо. Такой полуигра, полугайд. Ну типа я вначале разобрал скиллы, ну а по итогу вы все и так поняли. По сборочке. Такой. Вариативность, я не знаю, что такое вариативность. По кайфу. Так, вот заодно посмотрю, можно ли прокнуть на ульту ее. Да, можно. Неплохо. Ну все, всем спасибо, надеюсь, понравилось, ребята. Давайте там. Это как полугайдик, не знаю. Ну, вроде прикольная игрушка получилась. И скиллы разобрал, и предметы собрал, поэтому тебе должно быть понятно, что собирать. Это для кого нужны сайты с предметами? Это нужно гайд посмотреть. Ой, блин. Ладно, давайте.